Как известно, аферисты помышляют в людных местах. Но сегодня они проникли повсюду. Социальные сети просто кипят мошенниками. И пока одни ищут любовь, другие ищут наживу. Мы покажем вам реальную схему обмана, чтобы в пасть аферистов не попали вы. Смотри. Сашка, ну ты молодец, конечно. Ты должен выбрать одну карту, запомнить ее и положить обратно, понял? Ходи. Смотри. Сейчас я угадаю, что же это. Подожди, сейчас. Смотри, Сашка, сейчас я покажу твою карту. Нет. Это тоже не она. Смотри, это твоя карта. Да, это она. Сашка, ну я тебя и провела. Хочешь узнать как? Но сначала я расскажу тебе, как меня провели на предыдущей моей афере. Я вообще в шоке, что я выбралась оттуда живой, представляешь? Итак, нам написало несколько пострадавших. Что нам известно? Вот их фотографии. Говорили с ними, и они рассказали, что с ними произошло. Да-да. Ага. А он вам что? Да вы что? А вы ему? Кошмар, да. И он прям так и сделал. Серьезно? Ужас какой-то. Ну да, не, ну мы на созвоне, все, давай. Ага. Ну что там? А, да я с этой. С Катюшкой разговаривал. А также скинули ссылочку на афериста. На протяжении месяца мы общались с девушкой, которая знает продавца фирменных духов по низкой цене. И вот сейчас, наконец-то, она дала нам его номер, чтобы мы позвонили ему. Но многие наши пострадавшие говорят, что он провел их на деньги. Поэтому мы сейчас разоблачим этого афериста. Собственно, вот и сама девушка. Посмотрим на нее. Далее в программе. Это я. Вы карточки принимаете? Нет. Елена, Кристина, Света, Вероника, Лебедь готовится к афере. Сейчас у нас будет проходить встреча с настоящим аферистом. Скрытые камеры, они у нас вот здесь. Поэтому вы увидите все в мельчайших подробностях. Здравствуйте. Елена, да? Да, это я. По поводу духов, это я. Что-то подозрительное. Девушка, я тороплюсь, поэтому мне нужно быстрее продать вам свои духи. Это что такое? Духи? Так, не знаю. Ага, духи, хорошо. Да. Мы разговаривали по этому поводу с вашей подругой, которая Катя, помните, ну, Екатерина? Да. Ну так, ваши духи, да. Покажите мне, пожалуйста. Вот, держите, нет, я не могу. Вы не можете. Вам надо быстро дать деньги? Да, мне нужно быстро дать деньги и все, потому что я опаздываю, мне нужно уезжать. Хорошо, ну я. Вы карточки принимаете? Нет, карты не принимаю. Принимаете? Нет, конечно. Сколько? Это же настоящие духи, настоящие? Много, да. Много? Сколько? Ну что, вы мне скажите. 200 рублей давайте. 200 рублей? Да. Ну, это же настоящие духи. Настоящие. Это вы для меня чисто скидки? Да, чисто для вас. Спасибо. 80%. Так, это, ага, да. Пожалуйста, духи. Стойте, спасибо большое. Что такое? До свидания. Итак, в чем же заключалась собственная афера? Сука! Попался! Аферист, что-то я чувствую, что что-то не так с самого начала. Катя?
убиваем аферистов только ради вашего блага, чтобы вы могли спать спокойно.